Мастер V, также известный как Мастер VA или Мастер V с ключом или Мастер значка, неизвестный нидерландский гравер второй половины 15 века, который, как считается, был ювелиром в Брюгге. Мастером V его именуют благодаря монограмме, изображаемой на его гравюрах в виде буквы V и символа ключа. Сохранилось 82 работы, помеченных данной монограммой. Многие работы изображают элементы готической архитектуры и декоративные элементы и орнаменты, и, вероятно, создавались как шаблоны для других мастеров. Работы мастера V приходятся на период 1465-1490 годов. Также он является автором первых известных эстампов кораблей, серия, состоящая из 9 гравюр, в том числе известный Крик 1475 года. Вероятно, мастер V выполнял заказы герцога Бургундии Карла Смелого, и его серия гравюр кораблей является изображением флота герцога. На творчество мастера V оказали влияние современные ему нидерландские гравюры, прежде всего мастер I.A.M. из города Зволе, столицы провинции Overijssel в Нидерландах. Исраэль ван Меккенен и другие гравюры копировали многие из его популярных сюжетов. Его изображения монстрации и других церковных приспособлений содержали уровень детализации, подобный кадилу Мартина Шангауэра. Дизайн готического фонтана. Многие ранние гравюры использовали этот носитель для создания мотивов для мастеров. Дизайн этого готического фонтана требует, чтобы работа была выполнена из золота или серебра, а ароматизированная вода изливалась из голов горгулей в квадратные резные бассейны внизу. Как и подавляющее большинство гравюр мастера V с ключом, этот лист, иллюстрирующий схему фонтана, очень редок и известно лишь несколько оттисков. Смещение на оборотной стороне, слабое изображение корабля – предмет, который вдохновил 8 других гравюр. Этот готический рисунок листа, известный только по этому оттиску, является самым красивым и монументальным орнаментом мастера. Более половины из 82 гравюр этого анонимного художника, предположительно работавшего ювелиром в Брюгге, представляют собой эскизы предметов и сооружений, готических часовен,
богато украшенных сосудов, рам для алтарей и святых, помещенных в сложные архитектурные формы.